Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Clash Royale. И я хочу подтянуться по рангу. Должен перейти, надеюсь, получится у меня. Ну и, соответственно, погоди. Надо посмотреть, какой колодой я играю. Давай, наверное, вот этой будем играть. Не знаю, ребят, получится, не получится. Ой, погоди, какой 2 на 2? Нам на рейтинг нужно, точнее, 1 на 1. Ну что же, будем пытаться, ребят. Не знаю, если не получится, поменяю на вторую колоду, которая у меня стоит. Рад Мейс против меня играет. Так, ребята, я в прошлой... Не серии, хотел сказать. Я в прошлой игре получил себе вот этого вот мега-рыцаря. И заменил его на Валькирию. Так что теперь Валькирии у меня нет. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, что он лучше. Так, у нас, ребята... Идет стрелок, давайте, наверное, вызовем Пекку. Погоди секунду. Давай вот так вот сделаем. Бомбанули, отлично. Ну, естественно, ребята, как же без мега-рыцаря, чтобы он у него и не был. Я надеюсь, он не знает, что они есть у меня. Так, тихо, скелетики пошли. Ну, короче, он прикрылся, да, получается. Так, у нас миньоны вылетают. Естественно, ребята, мы с вами вызываем дракончика. Ну, я не знаю, может быть, попытаться нам тоже вызвать мега-рыцаря, да, вот этого. Можно, в принципе, постараться. Почему стрелок так легко разбирает? Да ёпарасете, ты достал. Ну. Хреновенько, на самом деле, тут прошло все у нас. Ладно, ребята. 860 здоровья на моей базенке. Чё он ржет, я не понимаю. Можешь в любую секунду сфейлиться, и будет тебе ржака. Так, тоже вызовем с вами мега-рыцаря. У него 9 уровня, да? Так, и... Наверное, мы вызовем с вами здесь миньонов, ребят. Давай-ка мы вызовем миньонов. Он думает, что у меня их нету. Конечно, парень. Так, колобки, все дела, да? Погнали. Ну, понятно, что здесь разобрали. Давай, родные мои. Так, маг, попадешь? Попадает, отлично. Давай-ка мы сюда вызовем Пекку. Пека с Валькирией, в принципе, справится, наверное, легко. Мы уничтожаем миньонов. Надо было немножко попозже, да? Надо было. Да ладно, сейчас рыцарем, ребят, с вами бомбанем. Вот так вот. И выставляем дракончика, да? Ты посмотри, что происходит, а? Смотри, что делает, ребят. Давай, скелетики, помогайте. Ну. Да нет, ребят, не получается. Пока не выходит ничего. Да ладно, он еще хочет сказать, бомбанешь им? Нет, не успел. Ну, тогда погнали. Тогда погнали. Не буду я, наверное, тратить, ребята. Я в этом не вижу пока смысла. Хм. Стопудово сейчас будет выправлять, наверное, мега-рыцаря, мне кажется. Хотя, опять же, не факт. Ладно, я подожду. Я пока, ребята, не буду ничего делать. А вот теперь можно и мега-рыцаря призвать. А уже следом, конечно, Валькирии, потому что стопудово он сейчас будет вызывать каких-нибудь воздушных юнитов, чтобы убить мега-рыцаря. Нет? Тоже вызвал, да? Так, ну мы здесь выиграем, по ходу дела. И мега-рыцарь делает прыжок. И... Бац! Ну что, сами прекрасно все увидели. Мы с вами выигрыши здесь. И зря он смеялся. А я ведь говорил, что ничего смешного здесь нету. Так, ну что, ребята, забираем. Это у нас кто? Гоблин в клетке, по-моему, да? Да, гоблин в клетке. Я считаю, бесполезный какой-то юнит, на самом деле. Ну, хотя он против кого-то силен, а против кого-то слаб. Ну что, у нас тут новая эмоджи, но нам нужно до этого еще будет дойти, конечно же. Так, ну что, ребята, а, кстати, давай посмотрим, сколько у нас тут. Ух, ё-моё, еще очень долго. И, кстати, будет легендарная арена, да? Искатель 1. Интересно, мы сегодня дойдем до сюда или нет? Надо постараться попробовать.
ну, очень много боев придется сделать. И я больше уверен, что мы будем здесь проигрывать. Кстати, в последнее время я проигрываю только лишь из-за того, что юниты у врагов по уровню сильнее, чем мои. Да-да-да, именно из-за этого, ребята, мы фейлимся. Так, ну что, начнем, наверное. Блин, дракончика неохота тратить. Давай выпустим на поле боя мага. Так, мега-рыцарь. Он стоит, он что-то выжидает опять. А что он ждет, ребята? Я не знаю, море погоды, что ли? Хм. Не нравится мне это все, ребят. Так, давай стрелы подготовим. Если скелеты выйдут, чтобы их уничтожить сразу же. Да ну, хорош. Что, серьезно, что ли? Ты сдался или что? Нет, наверное, скорее всего, ребята, у него дисконнект произошел, и он вылетел. Такое бывало у меня. Ну, а когда подключаешься, у тебя, конечно же, уже база разбита. Ну, это халява, на самом деле. В принципе, мне это хорошо, потому что я продвигаюсь сразу быстренько к вершине. Все или ничего, как раз у нас тут копится, да? Погнали. Сундучки, соответственно. Давайте в очередь поставим с вами еще один сундук. Так, еще, ребята, три короны, и мы с вами откроем. Откроем. Здесь 3000 голды будет и сундучок. Поехали. В боях 2 на 2 уровень короля команды не дочитал. Жуткий город. Эйш Доминион у нас, да, здесь? Блин, а вот тут плохо, ребят. Мне придется мега-рыцаря вызывать, скорее всего. Хорошая игра, пишут мне. Да, неплохая, так скажем. Стоп! Ёпрасоты! Ты посмотри, что он вызвал. Ребята, он вызвал вот эту вот мега-пуху. И это плохо. Давай попробуем, я не знаю, пека. Эй, хе-хе-хе-хе. Ладно, скелетики, ребята, сделают это дело. Скелеты, давай. Слушай, а мы ему... Да, мы, скорее всего, башенку-то ему разнесем сейчас в хламину, ребят. Пока он тут со своей пушкой выеживался. Сами видели, что произошло. Ну, я так понимаю, все, он дальше ничего не будет делать, потому что прекрасно понял, что тут, ребята, фейл чистой воды. Ну, даже если он сейчас призовет опять же пушку, она бомбанет разок, я не спорю. Она разок может бомбануть, и все. И на этом песенка спета. Так, соклановцы, смотрю, там смотрят мою трансляцию и радуются. Но, согласитесь, это халява. И такой халявы очень-очень редко бывает. Но все. Мы сейчас с вами получим, ну, приз. Естественно, ребят, приз. Так... Золотой сундучок, это уже радует меня на самом деле. Так, и... Да, мы забираем с вами новое эмоджи. Вот такое вот. У меня его, естественно, не было, поэтому... Так, а на следующем выигрыше, если у нас получится все, ребята, нам достанется палач, две карточки. Так, тут забираем с вами награду. 3000 монет. Это за рояль пас. И сундучок с четырьмя, ребята, откатами. Так, денежек дали. Кристаллы две штуки. Лучницы. Естественно, меняем скелетов. Этих тоже меняем. Оу, палач эпический, ребята. Так, хижина гоблинов. И все. Меняем, значит, с вами лучницу. Варвары достаются нам. Ледяной дух. Нет, вот чё-чё, ледяного духа я не хочу. Лучше пускай будет бочка со скелетом, я считаю. А вместо... Нет, только... Ну, лучше бы варвары на самом деле остались бы. Так, ну что, следующие, ребята, как вы видите, у нас будет два сундука и по 4 отката на каждом. А тут уже эпический получается, да, ребята? 18 карточек. Ау! Было бы, конечно, шикарно все это получить. Так, а что у нас тут на проапывание есть? Извините меня, я вроде бы всех проапал. Так, палач, ребята, у нас с вами 7 уровня, но это слабенький. Так, голем ледяной. Я не знаю, ребят, давайте его улучшим. Хотя он мне не особо нравится. Я вообще, честно говоря, не понимаю, в чем у него преимущество. Ну-ка, информация. Он крутой. Нападает на строение и взрывается при уничтожении, замедляя ближайших противников. Вот и все, что он может делать. Замедлять противников. Я не знаю, ребят. Хотя я видел, кто-то его использует. Вот чаще используют вот этого чувака с валуном. Тролль или кто он там. Ладно, ребят, поехали. Мы так можем с вами до посинения тут разговаривать, особенно я. Мне дай волю, я тут буду болтать и болтать. Нам нужно драться. Нам нужно воевать, нам нужно повышаться по рейтингу. Тем более, ребята ждут от меня искателя 1.
Так, ждем, ребята, ждем. Тоже, кстати, 9 уровня. Поэтому прокачка у него будь здоров будет. Поверьте мне, по картам будет у него все отлично. Посмотрим, кого он сейчас будет вызывать в противовес мне. Блин, мега рыцаря. Ну, если я вызову, давай, ребята, вызывать. Некогда просто ждать. Он может, кстати, тут... вот ты как сделал. Так. Ёлки-палки, а чё? Я думал, урон-то будет получше, на самом деле. Да, стрелы, конечно, меня, ребят, здесь подвели. Так, башенку минус. Должны минусануть, ребят. Ну, дракончик. У него, ребята, дракон 8 уровня, как вы видите. Нет, парень, так дело не пойдет. Мы тогда, сдавай, с тобой тоже, наверное, ведьмушку вызовем, да? И будем сейчас поджидать от него какого-то подвоха. А я чувствую, что он будет. Он... Ага, понял. Я тебя, парень, прекрасно понял. Давай, наверное, мы подождем и вызовем Пеку. Посмотрим, кого он сейчас, ребята, будет вызывать. Мага. Почему-то я даже не сомневался в этом. Так, бомбит. Ну, Пека, конечно, по урону, именно по башням. Опа, опачки. Жаль. Жаль было, ребята, конечно, мага мне. Ну что же, у нас два варианта. Я думаю, что мега рыцаря. Второй вариант — это вызывать миньонов. Но мы сделаем с вами вот так вот. Так, пока он идет, мы как раз с вами успеем. Есть стрелы. Будет вызывать скелет или нет? Не вызывает, ребята, он никого почему-то. Вау, у него, оказывается, тоже есть мега рыцарь. И тоже, ребята, 9 уровня. Но в любом случае, если он даже сюда ко мне подойдет, а я в этом почему-то сомневаюсь, что он подойдет. Давай тоже вызовем ведьму. Так, и... Нет, нет, пока, ребята, мы не будем это использовать. А вот Пеку, Пеку вполне, ребята, можно использовать. И мага, конечно же, мага. Давай, маг, отжигай. Жух. Отлично. Гоблинов? В бочке ты отправил на меня? Ничего себе. Хитро. Парень, очень хитро. Давай, ведьма, пошла. Интересно, он сейчас копит на кого? На мега-рыцаря? Чтобы преподать мне урок? Так и есть, ребят. Он вызвал мега-рыцаря. Ну что же, мы тогда так же с вами сделаем. И, наверное, здесь еще вызовем миньонов. Почему миньонов? Потому что дракончик пока отвлекается на моего мега-рыцаря, мои миньоны его забомбят. И вот такой вот армией, в принципе, мы с вами пойдем. Ну что же, тут победа за нами. Вы это прекрасно сами все видите. А жалко, конечно, что всего достается нам одна корона. Одна. Но все ли ничего, у нас растет с каждым шагом. Ну и, как вы видите, ребята, так, а что у нас тут? Ну неужели? Я получаю... Ага, тут на выбор. Ну, зеркало у меня довольно неплохо прокачано. Я возьму лучше, наверное, ребята, палача. Палач хорош, ну, в принципе, как стрелок идет, да, который своей стрелой пробивает все ряды вот этих вот скелетов, летучих мышей. Ну, палач, наверное, мне кажется, будет немножко послабее, скорее всего, так вот. Хотя, может быть, все зависит от уровня прокачки. Ну что, ребята, стоит добраться до 10 арены, как в магазине начнутся появляться легендарные вещи. Так, опять же, 9 уровень, какой-то араб. Кстати, вот таких вот арабов, ребята, очень много в игре мафиоза. Я даже изначально подумал, что это мафиоза ихняя игра. Опа! Опа, пули! Ребята, это плохо. Это плохо. Ладно, я попробую. Смотри, тут у нас сейчас будет пробирка, да? На ускорение. Не получилось у него. Ну что же, для нас это большой плюс. Так, сейчас будет уничтожать мне тут всех, да? Мега Пека, Пека, да беги, ударь ему разок, все. Так, ну и бомбим потихоньку базу. Нет, 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 у меня миньонов нет, ребята. Вот здесь как раз бы нам бы очень сильно пригодилась бы заморозка. Но заморозки у меня нету, к сожалению, ребята. К сожалению, нету. Погнали, полетели. 20 здоровья всего лишь осталось. Ты смотри, что происходит. Ну, снесем, успеем, нет? Не, ребят, наверное, не хватит у нас дури пробить. А вот башенку мы с вами, скорее всего, потеряем. Я еще и мага-то поставил зачем-то рядом, чтобы урон достался по ней. Это было глупо, мне кажется, да? Кто там у него вышел? Опять этот охламон? Ну, давай. Давай, иди сюда.
Так, отряд скелетов идет. Во, мега Пека. Пека, давай, бомби. Бомби этого мага. Вот так, да ёк ломаны. Че, неужели придется вот так делать? Не вышел фокус, ребятули. Да ну, вот так вот сфейлиться, это будет глупость на самом деле. Так, давай, наверное. Блин, я не знаю, что сделать. Вызывать дракона? Подожди, нет, ребята, тут уже миньона придется вызывать. Стрелы не полетят, нет? У него же там молния, по-моему, есть, да, если не ошибаюсь я. Погнали, сейчас стопудово будет маг. Ну, естественно, вышел маг, мы его бомбанули. И башенку мы сносим. Мы счет сравниваем. Так, давай теперь вот этого попробуем, ребят, дракончика бомбануть. Так, у него вышел маг. Пека, естественно, тут на стреме, как всегда. Чик, чик. И раскромсали. Так, попробуем, ребят. Я не знаю, получится ли у нас вот вторую башенку за этот промежуток времени бомбануть. Конечно, хотелось бы. Ну-ну-ну-ну-ну, ребята, миньоны, пошевелились. Отлично, ребятули, все. И, естественно, мега-рыцарь уже выходит, как говорится, к довершению нашей битвы. Есть. Все, даже шарик его не помог. Да что ты злишься-то? Что ты злишься-то? Ты сам виноват. Немножко неправильно сыграл, вот и все. Ну что же, мы с вами продвигаемся далее, ребята. Нам немножко не хватает до награды. А награда у нас будет в 3000 голды. Денежка мне никогда не помешает. И всего у нас 10 гемов с вами. А что мне показывает? А, тут ледяной дух у нас, да, по-моему, на улучшение. И... гоблин в клетке. Ребята, я прошу, те, кто смотрит и кто играет в эту игру и хорошо разбирается, гоблин в клетке вообще стоящий персонаж или нет? Стоит ли в него вкладываться? Мне почему-то кажется, что нет. Но хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, начинаются вот эти вот обрывы сети. Я не понимаю, с чего вдруг обрывается. Ребята, я сижу на эмуляторе, понимаете, дома, где стабильный интернет. Какие, блин, обрывы сети? Гордон. Это кто такой у нас? Гордон. Блин, опять мне некого поставить. Опять мне здесь некого, ребят, поставить. Ну что, Пеку, что ли, вызывать? Ну, пойдем с Пекой. Естественно, будем прикрывать его ведьмой. Он валькирию вызвал, ребят. Ну, давай попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай, дракоша, зажигай. Так, у него рыцарь. У него, ребята, есть еще, оказывается, рыцарь. Так, давай попробуем вот так вот вызвать мага, если что, ребята, это на прикрытие. Да ёпрсте, да чтоб тебя. Хитрозады, но у него 7 уровня. Блин, все равно это, ребята, не помешало ему забомбить. Че, серьезно, что ли? А ну-ка, дай-ка вот так сделаю. Ну, господи. Подбили, устояли кое-как на ногах с вами. Он тоже копит энергию, естественно, у него нету. Опять радуется. Ну, радуйся, радуйся. Так, ребят, я буду вызывать, наверное, рыцаря, мега-рыцаря. Но пока никого не вижу. Да ладно, что, серьезно, что ли? Вот так вот ты начал? Тогда погнали. Тогда погнали, ребята. Ну, мега-рыцарь, да прыжок, ты будешь свой легендарный делать? Да. Обделался он, ребят, на самом деле. В данный момент он обделался. Хорошо, давай вызывать ведьму. Ну, валькирия, естественно, ребят, погибнет. Все, я, короче, понял его новую стратегию. Что он хочет сделать, как он собирается ей работать. Ну, скелетики, давайте, родные. Бомбите его, молодцы. Ну что, пошел Пека. Сейчас копателя он будет призывать. Я больше чем уверен, ребят. Нет, он начал вызывать скелетов. Странно. Короче, у него идет такой отряд, ребята. У него идут танки, да? Времени мало, наверное, базу сейчас снесут мне. У него идут танки, и танков он прикрывает, естественно, магами. Вот его стратегия. Плохо. Плохо, ребят, на самом деле у нас получается. Он меня провоцирует просто применять. Да ты разогнался. Неужели... Да, ребят, снес он мне башню. К сожалению.
только раз в году, день рождения. Да, фейл. Не успел. Он еще имеет наглости на вторую базу, прикинь. Как у него столько энергии, да, кто-то там злится. Да понятно, ребята, что может быть я лопухнулся где-то, но че ж поделаешь. Он, видишь, он меня просто провоцировал. Он вызывал валькирию, я на нее переключался, и, соответственно, он уже сзади бомбил магами. Ладно, мы этот сейчас момент с вами должны будем исправить. Как-нибудь. Шокер. Он вызвал, ребята, шокера. Давай вызовем тогда вот так вот. Че, серьезно, что ли? Вот так вот? Ладно, хорошо. Давай мы его попробуем уничтожить. Прыжок будет делать, что ли? Успеет он? Нет, ребят, не успел никакого прыжка сделать. Стрелы. Зачем мне здесь стрелы, ребята? Шар уничтожаем. И дальше... Даже, наверное, башню успеем. Или нет? Не знаю, ребята. Попробуем. Ведьму я вызвал. Ну да, башня снесена, грубо говоря. Тогда давай сюда вызовем Пеку. Мега-миньона вызвал, ты прикинь? Он вызвал мега-миньона, ребята. Слушай, ну тогда мы с вами, наверное, можем вызвать мега-рыцаря, да? Смотри, что делает. Давай, приземляйся. Тыдыч. Бумс. Бумс. И пошли. Ну, прыжок давай свой делай. Все, ему тоже, ребята, хана этому магу. Слушай, ну он мощный. Мне кажется, он сильнее валькирии. Блин, он сильнее валькирии, но... Смотри, что происходит. Ладно, здесь мы с вами что можем сделать? Что мы можем... Воу-воу-воу-воу. Так, давай, погнали. Не долетит шарик этот, он не должен долететь, ребят. Нет, ударил все-таки разок. Все-таки разок он бомбанул. Еще и ядром, конечно же, нанес урон. Так, ну все, здесь понятно, ребята. Миньоны или нет, не успеем. Везде, ребята, есть вот этот вот мега-рыцарь. Везде я посмотрю. Просто в каждой, ребята. Че, серьезно, что ли? Вот так вот даже? Ты прикинь, что он творит? Вот так, ребят, сейчас мне может и башенку еще снести. Полетели миньончики. Там осталось-то, в принципе, ребята, ерунда. Там осталась ерунда. Ну, мега-миньон не пройдет. Прошел. Да что, серьезно, что ли? Хорош. Это сейчас лучница, ребят, наверное, да? Нет, не подбила. Все? Не успел? Успел, да? Поехали тогда, ребята. Раз он уничтожил мне этот, погнали. Он потратился на ядро. Естественно, потратился на ядро. И сейчас... Давай, Пека. Раз, и еще удар. Вот так. Все. Фейл. Пека там обошел, бедненький. Его там атаковали, но он успел все-таки бомбануть. И это отлично, это хорошо. Ну что, ребята, еще 3 короны зарабатываем и получаем с вами приз. Ну и что-нибудь там еще, наверное, по пасс-роялю должно быть, да? Денежная награда. Какого 10 уровня мне дали? Ребят, 10 уровень противника. Твою ж налево, а. Это плохо. Что-то молчит, ничего не делает. Смотри, что происходит. Начинается, короче, да? Колоссальные уроны. Давай Пеку. Пеку обязательно, ребят, нужно вызывать здесь. Если хотим быстренько этого мага уничтожить. Ну что он там, вызовет сейчас скелетов, наверное? Нет? Нет, ребят, он вызывает просто-напросто валькирию. И своим копателем меня вот будет, ребята, теперь доставать просто-напросто. Ладно, давай попробуем бомбануть. Ну, чё там?
Миньонов вызвал, ребят. Давай их вот так вот. Чух. Чтобы их тут меньше было. Бочка опять летит. Опять, ребята, гоблины. В общем, короче, у него под, рассчитано под копателя и под бочку. Остальное идет как отвлекательный маневр. Не знаю, сейчас он, наверное, мага призовет, скорее всего. Или у него мага здесь нету. Нет, есть. У него, ребята, здесь есть и маг. 10-го, причем уровня. Вы заметили, да? Так, погоди, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Зачем я так сделал, господи? Он же, блин, пока добежит за этим охламоном. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, пекай, выходи. Ну. Давай, делай свой прыжок легендарный. И дракончика, ребята. Может быть, еще успеем с вами сравнять шанс. Хотя вряд ли. Миньоны, вы достали. Ну, вы достали. Ну что, ребята, я знаю, что мы с вами в любом случае здесь эту башенку подобьем. Как бы он здесь не крутился, как бы он здесь не выеживался. Но меня больше волнует другое. На самом деле. Так, вызываем сюда мага. Пускай он подходит. Пека уже в... Нет, не пека, ребята. А вот так. А вот здесь уже будет пека. Так, ну что, пролетел дракончик. Стрелы, ребята, наготове. В принципе. Давай вот так вот сделаем. Шикарно. Опять копатель, да? Опять, ребята, копателем. Он все время меня своим копателем достает. Давай, мэджики, фигеджики. Все делаем. Опять же у нас, ребят, ничья. Пока ничья. И внезапная смерть. Естественно, ребята, внезапная смерть. Бомбим. По-моему, ничего у меня здесь не получится, ребята. Выстоять. Копатель противный. Господи, ребята, да, за счет копателя только меня, наверное, здесь и вырубит. Хотя, опять же, не факт. Ну, давай, родные, не подведите меня. Ну, миньоны, прыжок, есть. Черт подери, все-таки я получил, ребят, победу эту. Ух, все или ничего, готово. Так, ну что, давайте посмотрим, что нам там достанется. 3000 голды. Спасибо большое, неплохой, ребята, приз. И тут у нас следующее будет. Это эпический, насколько я помню, сундучок, да, у нас? Так, а здесь-то что мы с вами? Забираем награду. Королевские рекруты. Тоже, я думаю, ни к чему они нам не нужны. Да, ребята, вот здесь вот я на легендарном сундуке как раз и выиграл того самого мега-рыцаря. Вот этого вот. Очень прикольный, мне он нравится. Я еще раз повторю, что он, как по мне, лучше, чем Валькирия. Хотя Валькирия довольно быстро с ними справляется, со скелетиками, да. Но у мега-рыцаря есть прыжок. И причем, когда ты его выпускаешь на поле боя, он тоже наносит урон. У него есть область поражения. То есть это очень классно. Ну что, дорогие друзья, наверное, мы с вами будем на этом и закругляться. Кстати, вот в этом сундуке точно есть шахтер. Если ты за 750 гемов купишь вот этот сундук, тебе достанется шахтер. Такой вот, знаете, заноза в одном месте, который будет постоянно попадать на твою базу и постоянно бомбить ее из-под тяжка, особенно когда у нее мало здоровья. Мне, конечно, бы хотелось бы сейчас в данный момент заработать еще. Да давайте сделаем, в принципе, ребят. Может быть, еще с вами одну башенку подобьем, получим. Получим приз. Там будет у нас два сундука. Вейга против меня. Какого? 6-го? Подожди, а что так? Что такое уровень-то? Ну, 6-й уровень. Вы что, серьезно, что ли? Неужели он так профессионально играет на 6-м уровне, что у него вот такой вот рейтинг? Меня это даже немножко, ребят, шокирует, если честно. Давай, мега-рыцарь, пошел. Делай свой легендарный прыжок в его сторону. Опа! У него, ребята, скелетом, да, он меня отвлек? Так, а сейчас будет же ядро еще. Делай прыжок! Молодец, хотя бы этого ты избежал. Избежал, конечно. Ладно, пойдем магом. Смотри, ребят, смотрите внимательно. Его уровень, да? Его уровень. И как он играет.
Шестой уровень у него. Так, магу конец, да? Магу, ребята, был конец. Ну что, давай отправим, наверное, миньонов здесь. Сейчас, наверное, либо молнию, либо еще что-нибудь применит. Нет, у него тоже миньоны, но седьмого уровня, ребят. Так, давай попробуем через ведьму сыграть. Посмотрим, ребят. Ну, естественно, естественно, он все время магом. Но, смотрите, он играет одними и те же картами. Значит, у него что-то есть в запасе. Что он там приберег, я пока не могу сказать. Но, в любом случае, поджидаем его здесь. Так. Давай сделаем вот таким вот образом. И переключаемся вот на этого чувачка. Так, бежим. Нам нужно вызвать сюда дракончика, ребята. Он сейчас... Да ёпросто, он меня достанет, да? Ну, вы поняли, что он делает постоянно здесь. Я не знаю, мага, может быть, вызвать? Да нет, маг здесь не нужен. И сейчас никто не дойдет. Замораживает и взрывает, да? Вы поняли, какая у него тактика, какая у него стратегия. Так, давай, миньоны, 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 миньоны. Быстренько уничтожаем. В общем, вшивенькая на самом деле тактика. На последних секундах. Я, ребята, говорил, что у него что-то будет. Что-то будет охрененное. 28 секунд у нас на все про все. Давай, мага, сюда в помощь. Ну, драконы, давайте, летите. Да господи, давай, 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 давай. Сравняем счет. Ну, отлично. Все. Ребят, теперь расслабляемся. Я его тактику раскусил, поэтому сейчас будет у нас все немножко по-другому. Все будет чуть-чуть, ребят, по-другому. На его фигню я уже не поведусь. Да-да-да-да-да-да-да. Скелет. Все как полагается. Так, подожди, подожди, подожди. Что-то я, ребята, заминжевался, да? Растерялся. Да что такое? Шар-то кто-нибудь будет бомбить или нет? Погнали. Да ну! Вы что, серьезно, что ли? А как он так два мага-то подряд вызвал? Что за бред? Погнали. Давай так сделаем. Он выжидает шар, что ли, или что? Я не могу понять. Давай миньонов. А у нас сейчас опять магов, ребята, вызовет. Ничья, к сожалению. Но, тем не менее, мне нужна была одна башенка. Я ее, ребята, подбил для того, чтобы получить ревард. Давайте откроем и посмотрим, что нам выпадет из этих вот сундучков. Сундучки обычные, не эпические, не легендарные. Но, тем не менее, землетрясение. Так, мини-пека. Это уже хорошо, подрывник. И я буду, наверное, менять подрывника. Да ладно тебе со своим ледяным духом, вы достали меня уже. Ну, огненные духи, фигня тоже. Летучие мыши. Ладно, пускай остаются. И землетрясение, ребят, я, наверное, поменяю. Да. Не айс, конечно. Обменчик у нас получился. Давай глядеть, что выпадет нам здесь. Адская башня. Бочка со скелетами. Хижина гоблинов. Ну, шар. Так, ну что, я, наверное, думаю, ребят, надо поменять хижину. Да ёпрасоте, клетка с гоблином. Печь. Давай менять, менять, менять. Мега-миньон. Ну, в принципе, ребята, мега-миньона можно оставить. Ну, по мне так лично. Давай поменяем, попробуем, ребят. Мортира. Да, лучше бы, конечно, была бы бочка со скелетами. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Я, кстати, хочу посмотреть, насколько нам там... Ну, ребят, в принципе, я думаю, в следующей серии мы с вами набьем, сколько там нам надо, 35 кубков, и получим эпический сундук, а там уже, как говорится, и до Искателя один рукой подать. Если все пойдет гладко, мы можем с вами и фейлиться, тем более зная меня и зная врага. Но согласитесь, на шестом уровне чувачок, да, довольно неплохо себя вел. Довольно очень прикольная тактика такая у него, как...
наш мир, старое, давно забытое, но далеко забитое. Ну что ж, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.